Спускаться легче. Щенок прибежал на чердак, в гости к котенку сел и высунул язык. Ты чего? спросил котенок Гав, язык высунул. Я устал, ответил щенок. Высоко к тебе подниматься. Лучше ты ко мне в гости приходи, тебе легче. Почему мне легче? Потому что живешь наверху, а я внизу. К тебе надо подниматься, а ты можешь спускаться ко мне. А спускаться всегда легче, чем подниматься. Разве не верно? Верно, сказал котенок. Только что -то тут не так? Все так. Погоди, дай подумать. Что тут думать? Ты не совсем прав, сказал котенок. Спускаться легче. Только ты забыл, что мне потом надо обратно на чердак подниматься. Все равно я прав, сказал щенок. Уходить тебе труднее, а приходить легче. Вот ты и приходи.